У подарунок от воинской части дивизийная пушка Д-44 часов Советского Союза привезена в Могилев. Она стояла на узброении у воинской части у поселку Санькова Дзержинского района Минской области. После списания технику вырешили подарить одному из музеев воинской славы, где докладно будет усталевана гармата, пока невядома. Первые пушки Д-44 появились на проконце Другой сусветной войны. Усяго за несколько год было выпущено 11 тысяч штук. Некоторые из них по-ранейшему находятся на узброении армии разных краин света.